Happy birthday to you! Happy birthday! А ну-ка, лицо проще сделай. Happy birthday! Я Аня! Happy birthday to you! Вставай! С днем рождения, я первый поздравляю. Давай. Аня, 14 годиков. Слышишь? Синичука! Ке! Знаешь, что это такое? Синичуке! С днем рождения! Синичуке! Это с днем рождения. Да. Здравствуйте. Ну, тебе учиться, да, еще и учиться. Я сказал так. С днем рождения. Это тоже тебя. Спасибо. А еще подарок где? А еще подарок сейчас. Сейчас еще подарок. Специально буду тебя снимать, чтобы... Ты потом себя смотрела, какая ты была в 14 лет. Дорогая Дуся, вредная Дуся и трудный подросток, я тебя от всей души поздравляю с днем рождения. Я всегда благодарна, что 14 лет назад я тебя родила. Растю, холю, лелею, люблю. Будь благодарна, цени и люби родителей. Расти умной, стремительной и целеустремленной и интересной личностью. Вот я тебе это желаю. Здесь, в этой коробочке, все, о чем ты могла только мечтать. Да. Заинтриговала? Я не обманываю. Все, о чем ты могла только мечтать. За рождение. Ну, спасибо. Бабушка. Так, я тебе скажу стихотворным этими самыми поздравлениями. Нашей красотке 14 лет. Мы ей желаем успехов, побед. Жить интересно, успешно, красиво, быть самой любимой и самой счастливой, успехов в учебе и в жизни внеклассной. Пускай годы в школе покажутся сказкой, пусть мальчики ценят, сдувают пылинки. Желаю всегда быть красивой картинкой. С 14-летием тебя поздравляю, детство твоей юности двери открывает. Ура! Поздравляю! Днем рождения! Всего поминай лучше, это на память. Все, ты довольна? Очень. Трудный подросток, довольна? Открытили двери. Пожалуйста, а во взрослую жизнь. Синельчука. Ага, чука. Синельчука, а ты как сказал? Синель. 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 Вова, я учила месяц, я не выучила. Ну что, будешь смотреть? Интересно? Интересно? Да, прися. Можно тоже подсматривать? Открывай. Интересно, что же там внутри? Как неожиданно! Ну да ладно, Аня знала, что будет сумка, но я не видела. Не видела ее, да. О, оригинально, Аня, как раз под корейский стиль. И Джека, на раздачу под... О, еще презенты. О, еще денежка. Как раз в корейском стиле, да? Ну да. Такая необычная. И эта штучка необычная. Это шоколадки, то бонус. То. Бонус. Джесса, тебе сегодня нет подарков. Ты уже съела эту самую. Корея! Корея! Так, не лезь. Джесса, не лезь. Ты не Корея. Что это, как думаешь? Покажи. Что это? На что похоже? Да не читай, на что похоже? Я не знаю. Йогурт. На наш йогурт похоже. Ну, открывай. Что открывать? Не хочешь, потом будешь, да? Ну, ладно. Так, это лимонейшн. Это все корейское. Ты что так быстро-то? Я думала, ты будешь каждую рассматривать. Я вижу, что... Опа. Так, рамёнчики. Так, рамёнчики. Это тебе запас стратегической еды. Это суп. Хотела. Это шампунь, да? Это, да, очень красивый, дорогой шампунь. Корейский, на секундочку. Да, это тут все чистая Корея, кроме двух вещей. Это что такое? Это масочка. Да ну. Да, для твоих прыщей. Ой, спасибо. Так, это что такое? Это что? Не знаю. Читай, маде. Что маде? Кто при чем тут маде? Надо посмотреть. Четко какая-то, нет? Сеул. Это Made in Korea, да, тоже. Я вижу. А вы уточняете, яка Корея?
Южная. Южная, северная. А тут тоже должно быть написано. Надо дивиться, какой там город. Не Пхеньян, а Сеул. Пхеньян, это Китай. Пхеньян? Это Северная Корея. А Пекин это Китай. Аня, мы же учили, писали. У меня есть электрическая. Это корейская, ну что ты? Ну значит я в Корею возьму. Путешествие возьмешь или в Корею возьмешь? Ну, давай. На секундочку, самой Кореи зубная щетка. Масочки, да. Так, самое главное. О. Такая, по-моему, была у нас колись уже. Интересно, что же там лежит? Да палочки ж. Да, ты. А что ты спойлеришь? Как я? Спойлеришь. Ого, вот у здоровья. Да, ну такие плотные они. Персональные, как ты хотела. Что там еще показать? Да там не только палочки. Труба. Там еще трубочка коктейльная. Да компотная, наверное. Размер такой. Трубень. Ну это вот это уже более понятно. Это, наверное, такая, чтобы мякоть. Молочный коктейль, а это просто. Там мне покажи ближе. Вот. Персональная это ложечка. Зубов. Нет, это щеточка для трубочки. Да, трубочку мыть. Да. И вилочка. Еще. Аня, ты уже почти собрана. Ну, это изогнутая. Ты уже почти собранная с приданным в Корею ехать. Фильм. Ложка есть, вилка есть, щетка есть. И еда даже и есть. И даже еда есть. Осталось таки доехать, да, в Корею? Угу. Пироденька? Конечно. Да. Все, ну, да, и еще один подарок, который ты, может, не оценишь, но он тебе нужен. Зачем он мне нужен? Пижама. Пижама. Угу. Ты угадала пижама? А что такая? Да что тут угадывать? В Корее пахнет. Хорошие штаны. Саша Ида. На корову похоже. Аня, Саша, спать! Иди. Красивая, покажи ну, эту. Ну, хотя бы... Да футболку покажи. Я тебе с длинным рукавом взяла. Ночью прохладная уже. Да, ну, прикольно. Котик. Ну, самое то это еда. О, еда это. А самое то это йогурт. Вот я тебе советую, аккуратно открой его. Да не хочу я его. Ну открой, да, пожалуйста. Сухой, да? Ну открой. Да ну зачем? Мама. Ну ты сможешь аккуратно открыть, а потом. Сейчас я закрою. Саша, да? Да, Саша. Вот эта вишура, она очень сыпется. Ну, кровать не сыпется. Приехал. Посмотрим. Да, приехал, Сашенька. Так в Корее открывают. Да. Ну, я, правда, не очень мастер. О, боже, господи, шо ты? Шо это? Пудра? Это не пудра. Саша. Ой, жизнь. В смысле? Там выпало. Ты нет, чё? Это другое. А, это так оно вставляется. Это кушон. Да кушон. Ты шо? Да. Пошли. Нет, выходи туда. Выходи, 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 выходи. Бегом. Привет, привет. А, не до ячейки общества. А ты не чуть-чуть назад. Вот туда вставай, да? Твое 14-летие. Мы дарим тебе то, что заставит тебя сиять. Сияй. Спасибо. Да, а это торт, пускай единственный торт будет, который не попадет в лицо кому-то. Слава Богу. Зачем скидывать? Ну покажи, что там тебя будет заставлять сиять. Единственный торт. С лицом перекосится. BTS! Подожди. Минхенджоу! Это Анин псевдоним! А 14 год. 14 год. А ну приложи к себе, подходит? Да, огонь. Все, фоточки будут гореть. Круто. Надо было фотографии Тихиона тут видеть. Ага. Ни в коем случае. Чего? Круто. Красивый, да. Ты довольна? Трудный подросток. Сиковка будет, да? А? А кушоном ты довольна? Да, ты, я подивлюсь, подожди, потому что запечатано. Как ты хотела. Практически все в корейском стиле у тебя. А папа тебе еще денежку, да, подарил?
Бабушка и папа, да? Еще бабло у тебя есть. Я думаю, что с тоном я угадала. А как его? Не знаю. Давай потом разберешься. А, вот он. Угу. Нет, тон хороший. Я пробовала, пробничек. Скажи, подросток, тебе все нравится? Угу. Да? И сумочка зачетная. Потом нарядишься, я тебя сфоткаю. А! Все, садитесь за стол, да. Ты ж не спешишь. Давай, вспомни детство. 14 лет. Ты чипидрис. Возьми, что оно шипит. Зажигалка. Аня, откуда у тебя зажигалка? Ты что, куришь? А ты что думала? О, я не знала. Ну, задавай давай с той стороны. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, дорогая Минхенджу. Happy birthday to you. О! Молодец. Сдула полтора. Все на стол. Я беру тряпочку и мой. Ну что, ты довольная? Да. Ты твои. А, ты что, сумочки делаешь? Кушоном довольна? Да, я еще не пользовалась. Ну, а это карандашная? Это соломка внутри, сверху и внутри палочки. Шоколад. А, я думала, карандаш для рисования. В одних сверху, в других внутри шоколад. Ну что ты лезешь? Ну футболка классная, да? Такая именная прям. Минхенджу. Не лезь. 14 лет. А ну. Ну, не под этот, не под пижаму. Аня, а может, чуть ниже? И ниже, конечно, ниже. Может, ниже трошечки? Конечно, Аня так не носит. Нет. Я так ношу. Аня, это очень сильно задрото. Если так, то иди на плечо просто. Если нет. Через голову. Аня, так это очень коротко. Так тогда пустытище срегулируешь, чтобы оно было на талии. То такую носят, если подмышкой. Да, ниже делаю. Так? Угу. Красивая, она такая оригинальная, да? Таких нет, они не встречаешь. Вообще, еще чуть-чуть. Еще. Чтобы она была вот так на поясе у тебя. Тебе же рука будет мешать тут постоянно. Да не будет ничего мешать. Ну, так уже чуть лучше. Во, и теперь видно, что написано оно, эти сами буквы оно, наверху. И сзади у тебя буквы просматриваются. Оно, ну, Дея, что это? Я откуда знаю? Ну, ты по-английскому. Я английский не учу. Короче, зачетная сумочка и телефон влезет хорошо. Дети какой-то год, дети еще какой-то год. Дети. А мне вообще ты трошечки опустила? Нет. А ну. Класс. О, Минхенджу, супер. Лягай спать. Глянь, а ну повернись. Она такая свободная, ты ж не любишь на обтяжку. Отлично. Штаны как раз хорошие. Длинненькие. Не надо снимать. Повернись. Минхенджу. Написали правильно? Да. Да? 14. 14 лет. Ну супер. Вот вам летняя песня. Мы едем на свято. Нас качает Александр. Все по веснам, но уны загрузили, можем теперь деньги принимать. Алло, Виталик, если б знал, как все задрало. Эх, Виталик, что такое? Уехать отдыхать, так давай езжай. Они так. Мы едем, мы, короче, сделай тише. Мы супер рискованные. Спасибо. Примерно так я в детстве все тоже делала. Мы супер рискованные. Мы едем в кинотеатр. Представляете? Она прям риск.
Неймовірний. Подивитися кіно, поїхати. Ну то риск. Саша, в нинішнє положення це рисковано. Да. Знаєш, діти голодні. Так, да, діти голодні. А я при що? Мало 17 літ. Ти казала, ми вдома поїмо. Приходьте пораніше, вдома поїмо. Такого не було, алло. У нас пов'яма. Вова, останови на кормі дітей. Їхати і сразу поїсти. Поїсти. Чуть що сразу мама. Ти взагалі вже совершеннолетній. Понял? Ти живеш отдельно. Ти живеш отдельно. Піта... О, обогнали! А хто це такі? Що я показав? Помахали. Они видели, что я снимаю. А. Типа, когда в душе это. Очень. На Волге. Это, наверное, салон ухода работы. Сейчас на СТОшку едут. Короче, мы планировали изначально в аквапарк. Все красиво так планировалось. А мы будем плескаться в бассейне, кататься на горках. Но что-то пошло не так. Но мы аквапарк переносим чуть-чуть позже, да? На следующую неделю, например. А сейчас мы едем кормить детей голодных, голодающих и смотреть фильм. Мы приехали. Минхенджу сзади. С красивой сумочкой, вся в подарочках. Любчик где-то там. Любчик, а что ты туда свернул? В общем, мы приехали на фильм. Тор, по-моему, называется. Должен быть интересный. Любчик, что ты ходишь этими закоулочками? Давай детям купим по это. Сосиска в тесте, да? Да. И все. Минхёнджу, присоединись к нам. А придется. 100 лет уже не были в этом мультиплексе. Да, да, ну сколько мы уже? Ну месяц точно не было. Прям 100 лет. Так, нас ждет Тор. Где наши? Вон, ой, боже, одни мы, Аня. Это капец. Не ищу людей, идут, ура. Минхёнджу. Мы не одни, люди будут. Давай билеты. Где чье? А чё так мало попкорна? А мальчикам, девочкам? Мальчик и девочка. А чё вы так мало себе взяли? Чипсы же. Жрать пришли. Аня, а ты не треснешь? Так я ж папа, да, папа? А это мне, да? Да. Ага. Ну что там, заходим? Запомнили. 7, 8, 9, 10. Слушаем внимательно. Если что-то происходит, каждый должен понимать, как выбираться. Переключаем канал. Какой канал? Если не понравится, конечно. Я говорю, если вдруг какой-то прилет, ракет. Да, сколько? Алешенька. 21. Алешенька, если прилет, так, ракет. Если, а не если. Давайте не будешь каркать. Ага. Если прилет, ракет. Все, Саша, пошлите, конечно. Нет, послушайте инструктаж. Да мы поняли, текать. Так ты знаешь, куда текать? Конечно, до дома. Саша, он поворот налево, и сразу ты на улице. Смотри внимательно. Божики безответственные. Мою пепси возьмите. Саша, смотри, вон поворот налево. Вон он там. И ты сразу на улице. И мы спасены. Поворот не туда. Делегация, делегация. С голодного краю, чуешь? Ты вот эту кофту не мог оставить в машине? В пакете. Ой, как мне нравится атмосфера кинотеатра. Если еще... Боже, мы одни! Ура! Мы одни! Зачем было покупать эти места, если потом можно было на них пересесть? А что ты раньше не придумал эту фикс-идею? 11, 10, 9, 8, 7. С 7-го начинаем. До какого? До 11-го. А, мы не одни. 10, 11, 8, 9, 7. Аня, Аня, сюда беру. Я на 7 сяду. На последний. Давай, я на краю. Ой, я тогда тут, во. О, супер. Вылез. Так,
Так, упаковано. Во, а что ты раньше не плескал своими идеями дома, когда я бронировала? Угу. А чё, чё? Вона може перевернутися. Каш? А трубочки у кого? Не знаю. Саш, дай нам трубочки. Покажи вот этот пакетик. С голодного краю, мама дорогая. Там уже у них не продают. А это мини-пульт. Пульт. Так, все уселись? Аня, а чечи у тебя есть? У Даши есть? У Саши есть. Боже, невыработанный. Невыработанный. Ой, мне одни. Можно мне? В машину. Ты шкаф уже сломал, хватит. Успокойся. Давай, расскажи ему, там подписано на тебя. Хозяй. Серьезно? Да что она была бы до меня? О, боже. Сразу в пакетика возьмите, чтобы... Да подожди, не спешите, господи. Мы пришли в квест-комнату. День. Ну, сегодня день, да. У меня есть 10%. Короче, мы идем на тайны клоуна. Обещали, интересная квест-комната будет. ДЦ. Я думаю, вам понравится. Настроено? На слово. А он злой клоун или нет? Ну такой, нет, не очень доброжелательный. Нет, она будет, ну, я же там своя, я вам потом расскажу. Там есть определенная. Там нужно, чтобы во всех комнатах. Они последовательные. То есть вы находите зацепку, разгадываете, находите следующую и последовательно. Угу. А здесь, чтобы пройти эту комнату, вам нужно будет каждому в определенном период прохождения комнаты, вам нужно будет каждому делать свое, ну, стараться не ответить. То есть посоветоваться, да, но потом каждый должен выполнять свою какую-то функцию. Но мы будем все понимать, к чему мы должны в итоге же прийти, правильно? А, все, конечно. Она там, я же говорю, она так, точно так же логичная. Там просто связь, подсказки есть. Да? Абсолютно верно. Все есть. В общем, все. Все готовы. Дося. Аня, Мига, посиди. Мне не понравилось. А что нам так смешно? Потому что мы теперь разгадки. Что это мы, а ты? Там монетки кидал. Давай, Кристина, я одна была, задача монетки кидать. Это же прекрасно. Витя, ты же гонишь? Ну, весело бы. Еще такие монетки, эти нигде не принимают, 5 копеек. А молодежь, вам понравилось? Очень. Очень? Все? Квест супер. Мы были второй раз уже на нем. То нам все очень понравилось. Нет. Да. Нет. Ну чего ты такая? Да-да. Все. День рождения не удался.